Радмир Фомин – студент Альметьевского политехнического техникума. Учится на строителя. Юноша – участник чемпионата WorldSkills. В 2019 году он занял первое место в своей компетенции, но студент не сразу пришел к любимому делу. Сначала Радмир поступил учиться на нефтяника, хотел пойти по стопам отца. Но когда в ОПТ открыли мастерские, он попробовал себя в строительном деле и на втором курсе привелся на новую специальность. Он не дает интервью, ему по душе больше работать, чем говорить о себе. Зато с гордостью о нем рассказывает его преподаватель. В техникуме он возглавляет стройотряды уже. И во всем техникуме, если нам нужно где-то перегородку собрать, если нам, а мы протянули там трубы с фонтанчиками, нужно это все обшить, Радмир со своей бригады, мы все это вместе делаем. Вопрос не только о том, как выбрать школьникам профессию, но и стать квалифицированными специалистами, обсуждали на заседании коллегии, где собрались директора школ, начальники управления образования из районов Татарстана. Коллегия отметила, что на сегодняшний день основная задача – наладить коммуникацию между работодателем и специалистами. Учреждениям нужно проводить совместные мероприятия с заводами и предприятиями. Понятно, специалистов не хватает даже для работы в самом Министерстве образования и науки, потому что везде кадровый голод, уважаемые коллеги, потому что нужны специалисты, профессионалы своего дела, знающие дело. Потребность в кадрах есть и в Альметьевском районе. Об этом сообщил Тимур Нагуманов. Вся администрация спешно ищет водителей на новые автобусы, которые закупаем благодаря поддержке президента и компании «Татнефть». Ищем срочно, там, я не знаю, работников на программу «Наш двор». Пока одни говорили о нехватке специалистов, вторые будущие профессионалы трудились в своих мастерских по разным направлениям. В студии реверсивного инжиниринга можно спроектировать макет любых предметов и деталей, в том числе и тех, которые сложно достать, например, по причине высокой цены или отсутствия их в продаже. Эта деталь автомобиля, она сломана, и закупка такого достаточно затруднительна. Но есть специальное программное обеспечение, которое может построить вот такую модель и распечатать ее на 3D-принтере. В этом случае деталь будет гораздо дешевле, но все же не менее прочной. В некоторых мастерских занимаются даже школьники. Такая ранняя профориентация значительно упрощает выбор учениками своего трудового пути. А применение теоретических знаний на практике под присмотром опытных педагогов и с использованием современного оборудования делает из них настоящих профессионалов. Рената Столярова, Ильнур Залятов, новости Юго-Востока.